Всем привет! Наверняка у каждой хозяйки есть свои помощники на кухне. Сегодня поделюсь своими. Всегда выручают в нужную минуту. Начну с обалденной закуски из огурчиков в банке. По вкусу очень напоминают малосольные огурцы. Даже вкуснее. С приходом сезона молодого картофеля встает вопрос, как же быстренько его почистить, чтобы ручки остались красивыми. Да, можно, конечно же, одеть перчатки, но я знаю способ получше. Когда мне нужно измельчить много вареных яиц, например, для начинки, в пироги или салатов, или в зеленый борщ, не помогает толкушка для картофельного пюре. Секунда дела и готово. А это один из моих любимых. Если мне нужна вкусная, ароматная и сочная куриная грудка на салат, я делаю ее только таким способом. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Таким же способом готовлю и рыбку. Получается полезно, вкусно и кухня чистая. А если совсем нет времени и нужно что-то на гарнир или картофель в салат, я это делаю таким способом в микроволновке. Ссылку на видео я оставлю в описании. Посмотрите, очень хорошо получается. Как я храню зелень? Да, очень просто. Вот так вот, в холодильнике. И до 2 недель моя зелень себя чувствует прекрасно и бодренько. Гороховый суп за 10 минут реально? Да. Если любите суп-пюре, очень рекомендую вам этот способ. Сытно, вкусно и быстро. Одна моя подписчица на YouTube очень удивилась, когда увидела, как я тру отварную печень в начинку для пирожков на терке. В блендере это сделать очень сложно, я пробовала. Вот так, век живи и век учись. Если понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь своими секретиками. Всем хорошего дня и веселого настроения!